школьники и выпускники университетов получили свои долгожданные аттестаты и дипломы. Сейчас задумываются о том, куда поступать дальше. В новом выпуске мы хотим наглядно показать и подробно рассказать об университете, который обязательно стоит рассмотреть студентам, школьникам и их родителям. КИМЭП находится в сердце южной столицы Алматы и является крупнейшим университетом североамериканского формата в Центральной Азии. Он был создан в 1992 году, а сегодня празднует свой юбилей – 30-летие со дня основания. Переступая порог университета, можно встретить представителей самых разных национальностей и мировых культур. Визуально кампус университета напоминает большой ботанический сад, так как на территории хорошо развита парковая зона, окруженная деревьями, цветами и лужайками, что способствует благоприятной экологической обстановке. В данный момент университет представляет 35 академических программ с преподаванием на английском языке. Среди них 15 программ бакалавриата и 13 программ магистратуры от Школы бизнеса имени Бенга, юридического факультета, факультета социальных наук, факультета образования и гуманитарных наук, а также Центра знаний для руководителей. Для тех, кто уже имеет высшее образование, предусматривается 7 докторских программ в области менеджмента, маркетинга, финансов, бухгалтерского учета и аудита, а также образовательной политики и менеджмента. КИМЭП принимает активное участие в национальных и международных рейтингах, чтобы продемонстрировать преподавательскую и исследовательскую практику. КИМЭП признан лучшим университетом в категории гуманитарно-экономических вузов независимым казахстанским агентством по обеспечению качества. В 2022 году программа бакалавриата по финансам факультета бизнеса имени Бенга получила первую программную аккредитацию EFMD в Казахстане и Центральной Азии. Европейский фонд развития менеджмента является лидером в области международной аккредитации бизнес-школ. В университете работает 158 преподавателей, 62 из них имеют степень доктора наук. Кроме того, в преподавательский состав входят представители 18 стран, в том числе из Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады, Европы, Республики Корея и других стран. Сердце университета – его студенты. Поэтому из года в год открываются новые программы, направленные на поощрение студенческих организаций, спортивных мероприятий и соревнований в разных областях. Для удобства студентов представлена столовая и две уютные кофейни – ксерокс-центр, просторная зона релаксации, обустроенная мягкой мебелью и телевизором. Компьютерные классы, огромный спортивный комплекс и широчайший ассортимент книг в местной библиотеке. Спортивный комплекс включает универсальный зал для занятий такими видами спорта, как баскетбол, волейбол, настольный теннис и тхэквондо. Помимо него открыты два тренажерных зала, один из которых предназначен для занятий кардиофитнесом, а другой для силовых тренировок. Все тренажеры отличаются высочайшим качеством, а раздевалки и душевые комнаты – удобством. В фитнес-студии проводятся занятия йогой, пилатесом, аэробикой и другими фитнес-программами. Помещение оборудовано зеркалами, тренажерами, телевизорами и музыкальным центром. Студентам доступны различные стипендии и скидки. Вместе с фондами внешних доноров университет КИМЭП контролирует ежегодный стипендиальный фонд в размере более 2 миллионов долларов. Ежегодно КИМЭП обучает более 2000 студентов не только из Казахстана, но и со всего мира, включая Европу, США, Великобританию, Центральную и Восточную Азию. Для студентов, которые хотят расположиться поближе к университету, на кампусе предусмотрено общежитие. Это идеальный вариант с комфортабельными и чистыми комнатами, которые обслуживают вежливый и дружелюбный персонал. На каждом этаже общежития представлены комнаты для занятий, комнаты отдыха, кухни и прачечные. Из окна комнат общежития открывается захватывающий вид на горы и парковую зону университета.
Для студентов представлены 35 различных клубов и студенческих организаций, которые являются отличной платформой для самореализации. Также есть возможность вступить в студенческое правительство КИМЭП, которое выступает в качестве посредника между студентами и высшим руководством университета. За время своего существования КИМЭП наладил партнерские связи с более чем 160 международных программ из университетов Европы, Азии и Северной Америки. Больше всего учебное заведение славится своими программами двойных дипломов, академической мобильностью и обменом студентами. С момента основания КИМЭП выпустил более 13 тысяч дипломированных специалистов. Большинство из них устроились на работу сразу после окончания университета или решили продолжить свое образование. Выпускники КИМЭП пользуются большим спросом в местных компаниях, банках, правительственных учреждениях и неправительственных организациях, а также в международных компаниях большой четверки, таких как PwC, KPMG, Deloitte и Ernst & Young. КИМЭП стремится к своей главной миссии – развивать потенциал нового поколения и выпускать лучших специалистов, востребованных в Центральной Азии и за рубежом. Для дополнительной информации обращайтесь в приемную комиссию университета по адресу проспект Абая, 4. Желаем успехов на новом жизненном этапе. Идите к мечте вместе с КИМЭП.